хотелось бы понимать, почему мы по-прежнему ставку налогообложения для нежилой недвижимости, то есть отели, офисные будинки, будинки торговли, будинки для публичных выступов, казино и горные будинки, делаем ниже, чем ставки. Как принимали депутаты, так оставили? По этому поводу. Во-первых, на землю в 2,4 раза коэффициент был поднят. Многие предприниматели уже несут убытки, начали отказываться от земли, мы знаем такие случаи. И здесь вот я помню эту дискуссию, которая проводилась, вполне обоснованно предложили такие ставки. А то, что касается развития бизнеса, понимаете, мы же с вами, ну не мы, все служащие живут за счет налогов. И мы должны бизнес славянский развивать. Поднять мы всегда успеем, если у нас будут на то основания. А пока оснований нет задирать сильно высокие ставки. Там цеха большие цеха, есть, они просто не могут сейчас платить. Время я полагаю, нет. Что на сегодняшний день мы начнем работать, согласно этого решения, если сессия поддержит. А спустя какое-то время, первый квартал, полгода, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса. Мы уже будем видеть картину. Давайте подытоживая дискуссию, еще раз напоминаю, что вот эти ставочки были приняты именно минимальные для того, чтобы ослабить, ну, с одной стороны, задача собрать как можно денег в городской бюджет, но с другой стороны, очень сложная ситуация у предпринимателей города, и были сделаны минимальные процентные ставки для того, чтобы помочь сейчас бизнесу выкарабкаться. Поэтому процесс обсуждения был длительным, комиссии проголосовали. Вот, на сегодняшний момент есть предложение поддержать клопотание, что за, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Один.